А это что за... А, это я! О, это я, ребята, вы посмотрите, я одно лицо! Так-так-так... Дорогие дамы и господа, мальчики, девочки, бабушки, дедушки, сегодня я одел эту рубашку, чтобы казаться цивильным, но на самом деле в душе у меня сумасшедшие колеса, и играть мы в них, конечно, и будем. Happy Wheels, ребятки. Ребятки, Happy Wheels прямо сейчас. С вами Виктор, с вами Упортый Цветок. И начнем мы выпуск с автора Тимурка. Как там дело этот, как его, Стас Давыдов, да? Don't move by Timmy. О, как? От Тимми Don't Move. Что-то по Don't Move поехали, да, опять? И что? У-ху! Поехали, детка, вот это да! Обратно ее. Так, не повезло с первого раза, со второго получилось. Ты смотри, во сальтует! Туда-сюда, обратно, она жирная, как она так может? Прикольно. Вот это, кстати, что-то неожиданное. Припарковалась. Нужно было еще сделать так, чтобы фрукты, знаешь, летали, потом фигак сложились бы тут все, когда она приземлилась. Вот это было бы вообще вот такая феерия. А так, в принципе, тоже неплохо, спасибо. Strange Terrain Zone. Ууу, что-то классное должно быть. 4 апреля был сделан уровень. А, здорово, Витек П! Это для меня, прикиньте, оказывается. Я прошу прощения, мой старый уровень был плохой. Но тебе понравится этот. Удачи. Угу, давай сюда прям. Эх, жалко, я думал, здесь какая-нибудь скрытая дырка специально для меня. Я же люблю в дырочке лазить, вы же знаете. Я же дырявый мать. О, сиськи! Сиськи, ребят, три сиськи. Это как в фильме «Вспомнить все». Помните, там я на ему... Хочешь, говорит, развлечься? Так и там... Уоу! Улет прям. Ну, там видно было, конечно, что средний немножко пластмассовый, но ничего. Такое ощущение, как будто я по ней и катаюсь. Смотрите, там вот это сиськи, вон там рука была, по которой я проехал сейчас обратно. Съехала по руке. Так, а здесь куда? Воу, фига себе, я ничего не жал, он сам так сделал. Не-не-не-не-не-не-не-не, стоять, держаться. И да, детка, я смог. Я пред... Тихо, Тимми, Тимми, куда ты? Нет, Саня, Саня, мой маленький Сашок. Воу. Фух. Надеюсь, колеса здесь не прокалывают. Так, это точно не сиськи. Это, по ходу дела, уже пошел вот этот вот чувак, как его, который в «Охотниках за привидениями» был. Помните, он такой весь стянутый, этот, такой белый, огромный. Только он здесь зеленый почему-то. Далеко мне ехать-то? Я что-то все еду. Пинг. И сейчас обратно еще столько же надо будет проехать. Вот это будет и ю-ху, лечу. Так, ну хорошо, а где финиш-то? Ну ты лестниц понаделал, а? Все, финиш. Слушай, этот уровень можно было закончить на сиськах, честно. Вот, сделал сиськи, все, финиш. Я порадовался, все порадовались. Ну ладно, чё. Пустовато, надо было наполнить уровень какими-нибудь мужиками орущими, там, падающими какими-нибудь фигнями. О, был повеселее. Badland Day 5. Я Day 4-то не проходил, по-моему. Давай посмотрим. Click to skip intro. Badland. А, помню, это вообще круто было. Помните, мы там катались по каким-то непонятным черным чертогам? У, вот смотри, вот насколько к нюансам человек. Я только похвалить его хотел. Бум. Оп, прыжок. И вот эти вот штучки штампуют. Кстати, очень странно, обычно же вниз летят быстро, а назад медленно. Тихо, наверное, надо было верхом идти, но ничего, я пойду низом. Стоп. Йо, смайл. Надфак, смайл. И что с ним надо делать? Привет. Блин. А! Да ладно. Да ладно. Я думал, нужно верхом идти, и это был прикол. А ты чё, прикалываешься? Так, а если... Погоди, а если верхом все-таки пойти?
А если все-таки верхом пойти? Нет, ты что, вот ради вот этого вот делал целый уровень? Ради вот этого непонятного бешеного смайлика? Не верю. Пойдем посмотрим, что сверху. А, сверху ничего не посмотришь. Здорово. Блин, сори. Так, happy счастливого 1 апреля. Это уровень был на 1 апреля выпущен. Действительно, господи боже мой. Слушайте, ну, человек старался, к 1 апреля выпустил уровень. Действительно, 1 апреля, блин, а я как-то не прочитал. Я подумал, 4 января, это же американская форма записи. Pogo Escape. Фа! Ой! Ой, черт! Я понял, понял, понял. Я такое что-то проходил подобное. Так, пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык. Блин. О, надо было долететь до финиша в обрубочком. Ну, не так-то легко, не так-то сложно, в принципе, мне кажется. Ух, она нам. Блин. Тут надо еще хитро, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А че ничего не выдвигается-то? Нет, твои ноги! Смотри, шестой этаж. Хоп. Ой! И хэт-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хыть! Так, и... Пынь! Нет! Ладно. Хорошо, ребят, проходите сами. Уровень достаточно забавный. А... Наверняка у кого-то получится. У меня просто времени нет на него. Killing Machine Ubd 1. Погнали. Ох, ёшкин кот! Броневичок! Так, так, сообщение для кого-то. Пробел, Ctrl, все, нормально, давай, валимся. Я на броневике. Та-та-та-та-та-та. Как стрелять-то? Какой кнопкой? Ух, ё-моё, нифига себе броневик. Это не броневик, это какой-то надувной броневик. На, как вот базучика там снял. Так, с разбега давай. Ух, классно, прям приезжаем-то. Так. Стали какие-то бетонные блоки разбиваем. Да! Prepare to jump! У-ху! Ёшкин кот! Я прям на Джона Сина похож. Я не знаю почему. Давай, детка! Да! Ушел! Ушел! Вниз куда-то сейчас отходим. И давай с разгона вперед! Черт! Выжи, закопался носом! А здесь финиша нету. А где финиш? Погоди. Какой-то затянутый уровень, если честно, уже. Мне уже скучно. Блин, какой-то танк раздавил. Так, деды пошли, деды, отлично. Так, где финиш? Видимо, сюда, да? Хорошо, теперь едем сюда. Ждите новых версий. Да ну нафиг, новые версии, какие нафиг новые версии. Молодец, молодец, сделали такую машину убийства, что-то там всех поубивали, но опять-таки мало наполненности, и это делает уровень скучным. Ю-ху! Только мой позитив, мое отличное настроение не позволяет мне сказать тебе, что ты сделал говно, не уровень. Ладно, шучу, нормальный уровень, ребят, нормальный. Don't move от автора Chicken in a suit. Курочка в... В чем, в костюмчике? Don't move. Да, просто don't move, ребята. Смотрим. Полетели. Кто это там был? Там, походу, лицо было из Minecraft Story Mode. Действительно, поклонник, видимо. Так, забираемся. У-у-у-у. Я пока не вижу... Я только хотел сказать, что я не вижу никакой индивидуальности в этом уровне, и тут поперло, ребята. Поперло какие-то кубики, палочки, чего здесь только нету. Вентиляторы были везде. Но здесь они же идут после палочек. IDK, IDK, I don't know, расшифровывается. Я не знаю, что он там, I don't know. Я знаю, кстати, как расшифровывается IDNP. Аббревиатура такая на английском есть. Миллиард монеток. Круто. А, там 100 монет было, прикиньте. Я думаю, почему так залагало дико? Так.
Ко мне сейчас прокрадется карающая рука. Видите, она пришла. Что? Что? Видите, бьет меня рука, бьет. Что такое? У тебя пузо холодное. Что? Я не знаю, просто ты, видать, на ветру сидела. Я дурак. И что? Завтра не говорим. Я играю в этот в Happy Wheels. Я дурак, поэтому изначально. Поэтому ты меня не удивила ничем. Покажи продолжение руки. Продолжение руки ушло. И, собственно, сама рука тоже ушла. Так что продолжаем играть, ребята. Мы прошли уровень от курочки в фритюречке. Прошли уровень, действительно, его было невозможно не пройти, потому что это был Don't Move. Так, Эпик Флинн. Эпик Флинн с уровнем Ball Fall. Ball Fall. Падение яиц. Яйца. Яйки. Ну, вы поняли меня. Balls. Так, Нуб. Мэ. А, все, я понял, здесь нужно пробираться сквозь мячики. Бурись. Бурись, я сказал. Так, а чем буриться будем, кстати? Хороший вопрос. А можно мячики, кстати, руками вытаскивать оттуда. У-ху! Не понял. А как я второй мяч-то держу? Какого лешего, ребят, что происходит? Вы посмотрите на это. Физика, физика, где ты? Меня другому учили. Ладно. Блин, здесь пробраться тяжело на самом деле. Как вот их раздвинуть, а? Каким местом надо здесь надавить, чтобы они разбежались в разные стороны? Так. Ну, во, просочился. Нормально. Так. Из-под задницы вытаскивает. Давай. Смотри, реально. Из-под жопы надо мячи вытаскивать. Я понял. Так. Руку зажали. Отдай руку. Вот так. На изготовку. И мяч из-под задницы. Оп. Слушай, он так прикольно это делает. Давай. Блин. Черт. Еще больше мячей наклепал. Давай. Что ж ты будешь делать? Блин, планкингом занимается парень. Во! Во! Нормально! Головой тоже нормально входит. Так, давай, 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 давай. Бурлируй их тут в разные стороны. Пробирайся, пробирайся, там наверняка что-то вкусное лежит. Джон Сина там нарисован, смотри. Мини Джон Сина, я мини Джон Сина уже. Слушай, моя голова, она подобна мячику. Она такая же в белой каске. Да, да, детка. Слушай, классный уровень. Забавный. Такие ситуации прикольные этот чувак показывает. Особенно мне понравилось, как он мячик из-под зубниц такой... Такой... Опа! Вот он. Хорошо проходит. Тролл квиз номер один. Так, какой-то... Тролльский... О! Тролл-квиз русский. Итак, во-первых, вы должны быть очень начитанными и знающим... А, понятно. Квеш 1 плюс 1. 2 или нет? Ну, видимо, нужно отвечать нет, если это тролл-квиз. Пошли. Ответим нет. О-хо-хо-хо-хо! Я прочитал. Я прочитал твою задумку еще в названии уровня. Yeah, you're right. Так, ты прав, что-то ты с русского на английский переходишь. Летит, 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 смотри, какая штука. Пык, упала и разбилась. А 1 плюс 1 не равняется минус 5. Чё? Назови мою собаку. Я, если честно, даже не прочитал, что там за название. Я случайно провалился в эту дырку. Отличная работа, Нубас. Так, ты ютубер? No, I noob, yes or no. Я... Давай сюда, я ютубер. А там унитаз был, кстати. Я унитаз пропустил, ребята. Вот он, я его нашел. Отлично. Так, ответь на первый вопрос. 2 минус 5. Минус 5, конечно же. Нет, это не минус 5. Я понял. Дави! Хорош, так, хорош, куда ты из финиш? Если честно, случайно сюда попал, но я больше не хочу в этот турнир играть. Он какой-то странный.
я не буду называть его другими словами, он странный. New Style Pogo V2. Смотри сколько. Так, пошалка хия. Что за пошалка? Что такое пошалка? Ты на каком языке пишешь? Эй, ты, пошалка. Подходишь к девушке такой. Здравствуйте. Эй, ты, пошалка. И она тебе сразу дает. Я понял. О, да ладно. Ты смотри, когда выходит новый выпуск Happy Wheels. Светёк Play, Светком, смотри. А это что за... А, это я. О, это я, ребята, вы посмотрите. Я одно лицо. Одно лицо вообще. Слушай, я знаю, что я поставлю на, на картинку видео. Тут вообще без вариантов. Но он просто сумел подчеркнуть вообще. Господи, боже мой. Я себя еле узнал. Честно, с трудом. Нет, ну он реально что-то прям похоже, да? Что-то в этом есть. Тютелька в тютельку, говорят, пишут. Прям как по фотке, говорит, рисовал. Господи. Так, привет всем. А, так, не уставил Пога, возьми этот путь. Хорош, выпустите меня. А что такое пошалка-то все-таки, а? Кто знает? Так, найс, чё, куда? Черт побери. Так, Витя, что я пропустил? Тут вообще ржака была. Тут я, собственно, персоной был нарисован. Видал, как я поцеловал прям столб? И вот прям губами присосался к ним так. И выдержал просто напор. Перевернулся через шею. Кто может так держать зубами? О, смотри, в этот раз нормально приземлился. Ты что, опять двигаться будешь? Нет, только не в мусорку, только не в мусорку. Тихо. Тихо. Тихо, выбирайся отсюда. Черт, мусорка сломалась. Давай, разожми ее. Так, черт, хорош. О, нормально, давай. Ой, отталкивай ее. Нет, как что ты перевернулся-то, а? Во, давай, давай. Да, детка. Хо-хо-хо. Вот она, ребята. К победе-то воля. Ее не пропьешь. Трэп, ловушка. Я поздно заметил, что там секира торчит из-за мусорки. Хорош. Ну, в принципе, здесь как уже обычно пошло, да? Какие-то... Божественно. Так, стоп. Врагов не видно, но я все равно с секирами в заднице. Как бы странно это не выглядело. Это похоже, знаете, на инвалида. Как бы над инвалидами смеяться-то плохо, конечно. Черт, самоубился. Ну и не буду про инвалидов ничего говорить. Распрыжка и туда, давай. Хоп. Нормусики. Извините меня за мой сленг. Ёп! Крыный бабай, а? Извините, я чуть матом не ругнулся. Бывает. Shit happens. Пиш. Ух ты. Ёж, бум. О, кепка прокнула! Кепка прокнула, столб! Фух. Я смог. Йоу, ябада-баду! Отлично, все, перекатываемся. This is fast shit be dangerous. И... Хопа! Че, отправим ее в ту сторону? Поехала. Отлично. Так, что здесь у нас? Смотрим. А, Витя, это пасхалка, а не пошалка. Ё-моё, это пасхалка, а не пошалка. Touch blue shit end. Дотронься до голубого говна и... Чё? Понял, нужно дотронуться до голубого говна и перепрыгнуть его. Вот так вот, детка. Блюшит, блин, ну ты назвал, а? Пошалка, блин, это пасхалка, господи. Final part, босс. Йо, там он вооружился-то как я не знаю кто. Но в принципе... прям на нем и съедем вниз. Да, детка. Thanks for playing, you can give me number 4 or 5. Блин, Санта, хорош, ты хочешь на финиш пойти вместе со мной, да? Черт, паразит Санта-то, а? Не дал мне финишировать, нормально, а?
Давай, Санта, сделаем это вместе. Давай. Я знаю. Сейчас я тебя дотащу туда своим великим желанием просто финишировать. Смотри, 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 нормально, нормально, продвигаемся. Это работа долго, ребят. Это надолго работа. Вот так, ногами. Физика все-таки в игре есть какая-то, да? Оп. Такое ощущение, как будто он руками помогает, смотрите нам. Такой раз, 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 такой пододвигает чуть-чуть. Витя не смог, Витя все сможет. У Вити большое желание финишировать правильно. Финиш уже виден, давай, Витя, пишут. Да, я со всей силы тащусь туда, как со своим культяпкой, смотри, двигаю. Это я бью этого зомбаря, трупа. Кстати, Санта-то, смотри, какой шпагат ты нам нарисовал, а? Вот так вот, не хухра-мухра. Давай еще чуть-чуть, Сантыч. Витя, я пошел спать, говорит. Не выдержал человек. Слишком... Да ладно. Нет, уперлась Пога. Пога уперлась. Какого хрена Пога? Черт. Черт. Давай как-нибудь. Да. Ну, хотя бы жопа нашла до финиша, ребят. Хотя бы жопа на финише. Уже хорошо. Черт, я сейчас рыдать буду. Под музыку, говорит, из Рокки четко надо сделать. Ну что ж, пятая точка у нас. Занесли мы к финишному флагу. А как считается, знаете, достаточно пересечь даже лыжной палкой финишную черту, чтобы засчитался финиш. Так что... Или лыжной палки нет. Ну, по крайней мере, какая-то часть тела у меня заехала к финишу. Так что фотофиниш, ребята, да, сделал. Автор Тамир Двир с уровнем Супер Блендер. Пишут, Витя, пройди, тебе он понравится. О, ну я знаю, почему мне понравится. Потому что здесь унитаз есть. Так, что делать? Супер Бленд. Клик он... А, клик он what you want to be blended. Давай, close... А, нет, погоди. Что? А! Давай, унитаз. О, много унитазов. Так, давай. И телевизоры с ананасами. Как? Super Blend. Open Blender Top. Close Blender Top. И Fast. Да, я всегда мечтал унитазы обработать. Так, давайте добавим немножко людей. И цепь. Людей и цепь. Обозначим, что они не свободные вообще люди. Немножко острых предметов. Открыть блендер. Засыпайте. Лагает-то как? 10 FPS. Господи, боже мой, блендер-то блюется просто какими-то частями, телами. Extremely fast, давай. Стоп. Ну, я не знаю, что я должен был здесь получить. Может быть, какой-то кайф. Давай, мины докидаем. Да, странноватый уровень, скажем честно. На любителя. На любителя фарша. Надо закрыть блендерную миску. Не-не-не, мне не нравится этот уровень, ребят. Он мне не нравится. Не нравится, я сказал. Жирный панда. Уровень ультра импасибл. Какие-то странные уровни сегодня наприсылали. Так, the fact... Так. Этот уровень, говорит, розовый, но это не значит, что я девочка, я мальчик. Я сделал его розовым, потому что этот цвет... Должен ассоциироваться очень с тем, что вы будете проигрывать, умирать и так далее. Так. В дырочку надо попасть, да? Там какая-нибудь еще сейчас. Ай, черт! Ни хрена себе, я полет навигатора совершил. Жалко, что не в дырочку попало. Но, в принципе, я его почти прошел, да, если бы не эту мину. Ёшкин кот, что здесь происходит? Ни хрена себе!
Это вообще расчлененка. Жесть какая. Охренеть, вот это комбо. Во-первых, сначала мою жопу оторвало, и она улетела в Чертаново сразу, понимаете? Потом меня прикололо к стене и добило просто моей же погой, прям в лоб воткнули. Вот так. Да, обработали вообще знатно. Ох. Ю, нормально, регби, без головы. На, рыбкой прям на мину. О! Облизал прям. Я, давай, ай. Какого лешего вы это видели? Давайте так договоримся. Если хоть какая-то часть меня попадет туда, в эту дырочку, мы засчитаем за прохождение. Ну это жесть просто. Йо, я еще жив. Хорошо, летим. И в дырку прям, давай. Ай, черт, ну я ж в дырку попал. Блин, жесть. Не уровень, а жесть какая-то. Ай, там мин-то оказывается сколько. Ай! Я теперь вместо поги на шипе, ребят. На копье. Я на копье! О, тихо. Нет, не туда. Обратно. Давай, 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 давай. Ползи, ползи обратно. Обратно ползи. Черт! А, господи, боже мой. Как близко финиш. Я ничего не могу сделать, он не двигается вообще никуда. Давай, 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 мажи голову туда. Так, так, а теперь обратно. Обратно, 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 обратно. Куда тебя тянет? Нет, нет, нет. Нет, финиш. Постой, губами, зубами держись за угол. Нет. Не судьба. Блин, если б нету копье сраное у меня в заднице. Ну-ка, может быть, не... О! Тихо, тихо, тихо. Тихо, давай, давай. А, все, сдох. Как же, говорит, я ору, пишут в чате. Блин, я сначала не думал, что этот уровень настолько упоротый. Эц. Нет! О, май арм! Пью, давай, отталкиваемся от стенки. Ух ты! И у меня всего лишь кепочка отвалилась, прикиньте. Жесть какая. Нет! Хорошо пошел. Все. Эй. А я всегда думал, что будет, если человек очень сильно ударится копчиком, примерно. Вот что. Вы же знаете, что копчик — это продолжение позвоночника. Так вот, значит, вы ударяетесь копчиком, и, так сказать, волна деформационная отрезка вот воздействия динамической нагрузки проходит по всему позвоночнику, так, и в конце концов прям вам мужичок так, дынь, и он полетел все сразу куда-то в космос. Так что никогда не бейтесь копчиком, ребят, а то можно и голову потерять. Жесть. Уровень просто нам демонстрирует все, ребят, сразу. И физику, и химию, и биологию. Летим. Кос. Что же делать? Так, ну ладно, я уже не финиширую. Оп! Как же картины все-таки, ноги отделяются от тела. Прям вообще можно не вырезать. Просто ловить кайф от того, что здесь происходит. Тинк. Все, прикололо меня. Хотя я, возможно, даже жив. Пинг. Оу, видали, мне мины срубило бошку в полете. Я летел куда-то вверх, и мне мина такая, которая оттуда куда-то отправа прилетела, прям чайник спилила. Пинг. Хорошо пошел. Хорошо. Вторая космическая. Выходим за пределы Солнечной системы. Вот это уже похоже, да, этого на сперматозоида, кстати. Такой с хвостиком. Только в каске. Не знаю, почему сперматозоид в каске. Очень странно выглядит. Оп. Так.
О, доткнулся. Так, ребята, у меня копье есть. Я на копье. Сейчас я проткну кого-нибудь. Йоу! Ух ты! Все. Третья космическая, ребят, все. Преодолеваю препятствия. О! Я перепрыгнул, я перевыполнил план. Все, ребят, это Гагарин был. Полет Гагарина. Ну, кстати, действительно, недавно же день космонавтики был, так что почему бы и нет? Так, понял тебя. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, ты смотри, а. Кто там мину подложил, а? Я прям точнёхонько в дырочку шел. Я же любитель дырочек, вы же знаете. Ю-у-у! Чёрт, этот уровень, по-моему, бесконечно можно проходить. Витя говорит, я не могу больше ржать. А ты не ржи. Тебя кто-то заставляет, что ли? Вот смотри, что происходит, а? Поехали на мину куда-нибудь. О! Блин. Во-во-во-во-во-во. Нормально-нормально-нормально, идем. Идем в дырочку прям. Не дошел. Не дошел до дырочки, к сожалению. Во! Живем! Крутимся! Так, бесцельное кручение, ребята, бесцельное кручение. Мы потеряли ногу. А-а-а, черт! Сраная нога! Да что это за подстава-то была, вы видели? Я такой приземлился, думаю, круто, и тут такая нога из меня выпадает. На! Что-то странное там было, вам не показалось? Как-то у меня там ноги, по-моему, отдельно от меня были. Да ладно, я шортами зацепился, прикиньте. И жопа сдетонировала. Моя жопа сдетонировала, ребят. Да как это пройти, господи, боже мой. Моя жопа детонирует каждый раз. Все? Ой, ай-яй-яй. Ёшкин кот, а. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, погоди. Так. Стоп. Нет, куда ты падаешь? Ну-ка давай. Я думаю, это последняя наша попытка вообще залезть сюда. Уж сколько можно уже пытаться? Так, теперь главное перепрыгнуть эту мину. Как хочешь. Ой-ой-ой, сейчас на нее прям... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Да ладно, да, детка! Я сделал это! О-о-о, вы не представляете, какое сейчас ощущение! Божественности. Какой-то... У меня сейчас... Над каждым из моих пальцев маленький нимб вырастет. Насколько они божественно классные. Фух. Отдыхай, Витя. Отдыхай. Расслабься. Расслабь булки, да? Ну, что? Мне кажется, после такой эпичности... Можно и взять и перерыв. Фух, выдыхай, бобер. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, с вами был Упоротый Цветок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в описании ссылка на плейлист, на мой Twitch и также на группу ВКонтакте. Приходите, подписывайтесь, пишите, общайтесь. Кнопку поделиться давите прям нещадно. Спасибо за то, что пришли и посмотрели. Всем до встречи, всем пока. Thank you.